Здравствуйте, уважаемые друзья! Вечер за бортом у нас сейчас, не поверите, -6.5 градусов. И такое наболевшее у человека, похоже, наболевшая тема, связанная с отношениями. Меня спрашивают, вот в чем я лично вижу причину, что нашим мужчинам тяжелее строить отношения в Канаде, чем нашим женщинам. Что наши женщины, когда они приезжают сюда, они довольно-таки быстро, если у них есть потребность, находят себе партнера из числа местных мужчин, а у наших мужчин с этим проблема, они не могут найти себе партнерш из числа местных женщин. Собственно, в чем я вижу проблему, да? На самом деле, я по этому поводу уже делал несколько видео, и я говорил и продолжаю считать, что вопрос исключительно в том, насколько вы харизматичны, да, с такой сексуальной точки зрения, да, насколько вы привлекательны, сексапильны, насколько вы умеете строить отношения с противоположным полом, насколько вы умеете быть интересным, располагать к себе. И самое главное, женщины любят ушами, насколько вы умеете излагать свои мысли. Я вот этот момент считаю ключевым, да, умение излагать свои мысли, потому что все вот эти харизматичные вещи, привлекательные вещи, они как бы действуют исподволь, да, они не являются очевидными, они работают сами по себе, независимо от нас. Но для того, чтобы прийти к тому моменту, когда вам надо будет скреплять успех, результат какой-то, да, вы должны расположить к себе человека. Для этого вы должны уметь быть интересным собеседником. А женщина в этом плане гораздо легче, да, потому что мужчина любит глазами. Как бы банальная мысль, которую, собственно, любой подросток знает. И дальше, соответственно, по возрасту, по возрастной шкале. И поэтому, когда наши женщины приезжают сюда, наши женщины гораздо выигрышнее внешне смотрятся на фоне местных женщин. И благодаря генетике, благодаря тому, что наши женщины приучены с детства за собой следить, хорошо пользоваться макияжем, подбирать красивые стильные вещи, одеваться со вкусом, от наших женщин как бы это не отнять. У наших женщин другие проблемы, по этому поводу я уже тоже говорил. Но вот эта вот внешняя составляющая, да, вот эта обертка, она в данном случае играет в пользу наших женщин, и факт того, что они не умеют говорить, у них разница в менталитете, еще что-то, играет вторичную роль, да, потому что мужчины, где бы они ни были, хоть в Папуа-Новой Гвинее, хоть в Австралии, хоть в Канаде, хоть, не знаю, в Перу, они любят глазами, и видя перед собой красивую женщину, стильно одетую и так далее, все остальные факторы, связанные с тем, что поговорить, обсудить глубокий внутренний мир, обсудить последнюю выставку Мане или, не знаю, там, стихи Эмили Нелегана. Все это, собственно, становится вторичным, третичным, да. А потом интимные отношения, жизнь под одной крышей, хозяйственные наши женщины, которые прекрасно ведут бюджет и очень домовитые, да, все это полностью прикрывает то, что она с тобой будет говорить на уровне «мой хотеть новый шуб» или «мой хотеть пойти в ресторан» и, собственно, дальше тыкать пальцем с красиво накрашенным ноготком в меню и говорить «хотеть это». Все, собственно. И дальше женщина выступает в качестве прекрасного украшения стола. Я очень сильно упрощаю, да, я заранее извиняюсь перед нашими женщинами. Я просто пытаюсь, знаете, выпукло все это дело показать без каких-то таких негативных коннотации. У наших мужчин другая проблема, да. Женщины любят ушами, я уже это говорил. И женщины хотят поговорить. А как ты будешь разговаривать с женщиной, если ты не знаешь ни местного менталитета, если ты не знаешь ни местных шуток, ни местных тем для разговора, если ты, в конце концов, излагаешь свои мысли очень-очень коряво. В итоге ты становишься с самого начала не очень интересным собеседником,
И единственный, как я вижу, вариант того, что ты сможешь быть интересным женщиной, ты можешь ее покорить какими-то своими умениями, да, какой-то мужской харизмой в плане того, что вот такой брутальный мужик, который вот умеет вот это, вот это, вот это, вот это, неблагословный, который своими действиями, своими поступками показывает, что он настоящий мужчина, да. И есть женщины, для которых это является важным и определяющим. Но, к сожалению, таких женщин не очень много, да. Большинство обычных нормальных женщин хотят просто, прежде всего, поговорить, понять, насколько человек, с которым она начинает общаться, как не просто с человеком, как с мужчиной, да, является родственной душой, в кавычках, да. И, соответственно, здесь прокол, да, мужчины, собственно, не могут, наши мужчины, в силу того, что я уже сказал, они не могут быть интересными для женщин, они не могут поддерживать к себе интерес, не могут пытать, точнее, подпитывать чувства, да, и даже если внешне изначально мужчина наш нравился, в конце концов это приходит к тому, что дальше подливать бензинчика уже нет в костер страсти. И поэтому люди разбегаются, даже не начав встречаться, даже не сходив на первое свидание, да, потому что внешний интерес раз, но ты открываешь рот, и ты слышишь вместо интересного собеседника то, что слышишь. И все, конец. Финита ля кумедия. Так что я лично в этом вижу проблему. Ну, еще раз говорю, да, что если же ты с нормальным языком, если же ты очень гибкий молодой, который хорошо впитывается, который нашел свою нишу, у которого есть определенный шарм для того, чтобы нравится женщинам, то неважно с какой-то стороны, да, ты можешь быть из любой стороны мира, и местная женщина вполне себе будет готова оказать тебе знаки внимания. Почему я так говорю? Потому что я знаю большое количество не нашего брата, да, но, скажем, иранцев, латиноамериканцев, иммигрантов, да, которые приезжают сюда, они себе вполне находят местных девушек, и у них все хорошо, все замечательно. И довольно-таки часто меняют, скажем, этих самых девушек. Ну и получился немножко критичный такой обзор, да. Как говорится, критикуешь — предлагай. Как вариант, это везите жену, везите свой самовар и стула, да, везите свою жену из своей страны, строить отношения с местными мигрантками. Или же строить отношения с иммигрантками вообще в принципе, потому что вы находитесь, в данном случае, на одинаковой ступени. И опять же, я знаю прецеденты, когда наши ребята встречаются с иммигрантками. Там, опять же, те же самые латиноамериканки, те же самые девушки индусские, те же самые девочки из Ирана. Они очень приветливые, хорошие, симпатичные, душевные. В каких-то местах они близки нам по культуре. В каких-то нет, но в каких-то да. Ну, в общем, такие мои мысли. Я всем откланиваюсь, всем хорошего дня и счастливо. Пока.